Детское радио представляет. К 75-летию атомной промышленности. При поддержке госкорпорации «Росатом». Придумано в России. Великие открытия и удивительные изобретения в программе для самых любознательных. Придумано в России. Жила-была девочка Маша. Обычная девочка. И вот однажды, в день рождения, родители подарили Маше телефон. Обычный вроде бы телефон, как у всех. Да вот только выяснилось, что есть в нем кое-что необычное. Вернее, кое-кто необычный. Меня зовут Всезнайкин. И живу я тут, в Машином телефоне. Кто такой Всезнайкин? Инопланетянин? Компьютерная программа? Телефонный домовой? Никто этого не знает. Зато сам Всезнайкин знает все. Придумано в России. Привет, Маша. Привет, Всезнайкин. Как хорошо, что ты пришел. Ты мне как раз и нужен. У тебя что-то случилось? Еще как случилось. Я в викторине проиграла. Попался сложный вопрос. Да я все правильно ответила. Спросили, можно ли горящий бензин залить водой. И что ты сказала? Что можно. Я видела пожар по телевизору. Его водой тушили. В нее шампунь, наверное, добавили, потому что она была пенная. И это был неправильный ответ. Но почему? Потому что тушили не водой и, конечно же, не шампунем, Маша. Водой тушить бензин нельзя. Бензин легче воды. Ты же видела бензиновую пленку на луже? Ну, видела. Бензин плавал сверху. Если горящий бензин заливать водой, он будет плавать по воде и продолжать гореть. А как же его тушат тогда? Специальной пеной. Ну, я же говорила, шампунем. Почти что так, но не шампунем. В пенном огнетушителе действует похожий принцип. При соединении с водой двух порошков образуются пузырьки. Они плотно соединяются друг с другом, создавая пену, которая легче воды и нефти. Знаю, знаю. Бензин делают из нефти. Правильно. Вот как раз из-за того, что изобрели бензиновые двигатели, а бензин частенько горел. И потребовался пенный огнетушитель. Пена сверху покрывала горящий бензин, не пропуская к огню воздух. И пожар заканчивался. И когда же его изобрели? Наверное, недавно. А вот и ошибаешься. Его давно изобрели. Бензиновые двигатели появились больше 100 лет назад. А вскоре придумали и пенный огнетушитель. Кто же его придумал? Наш русский изобретатель Александр Георгиевич Лоран. Его пена для огнетушителей побывала на многих международных выставках и была очень популярна, потому что тушила все, что горит. Пена Лорана. Звучит? Сам изобретатель называл ее Лорантин. Красиво, правда? Красиво. А как эту пену хранят? Не в ладошках же носят? Нет, конечно, в специальных металлических домиках, баллонах. Обычно они красного цвета. Баллон закрыт особой крышкой. Если ее вскрыть, начнется химическая реакция. Пойдет пена и потушит пожар. В квартире моей нет окон и балкона. Всю жизнь провожу я внутри баллона. Но если где пожары, меня зовут. Лишь стоит дверь открыть, я тут как тут. Огонь я потушу, как вырвусь из плена. Ведь я всемогущая пена. И что же, пенным огнетушителем сегодня любой-любой пожар потушить можно? К сожалению, нет. Бывают такие сложные пожары, что пенным огнетушителем тут не справишься. Что же это должно гореть? Газ или нефть на месторождении. Если такой пожар случается, то пламя может бить до неба. Воздух вокруг нагревается так, что близко подойти нельзя. И место, где тушить пожар, не видно из-за дыма. И что же с такими пожарами делать? Как тушить? На помощь пришел наш с тобой старый знакомый лазер. А-а-а! Самый-пересамый сильный лучик. Чем же он здесь помогает? С помощью лазера можно разрезать трубу вдалеке от пожара, где не так горячо. Трубу затыкают, но чтобы газ или нефть не выходили. И пожар тогда уже можно потушить. Гореть-то становится нечему. Вот такой прибор сделали наши ученые-атомщики. Да, здорово придумано. Придумано в России. Продолжение следует.